черт попутал. В одной из точек крупной торговой сети мужчина устроил настоящий погром. Инцидент произошел на проспекте Текстильщиков. Горе-посетитель вел себя неадекватно. Хватал с полок стеклянные бутылки с алкоголем и бросал их в прилавки. Дорогое винище. Покупатели магазина боялись приближаться. Мужчина вел себя агрессивно. На замечание из толпы дебошир пригрозил разбить очередную бутылку об голову смельчака. Охранники в ситуацию вмешаться не решились. Сейчас магазин подсчитывает убытки. По предварительным данным, ущерб немалый. Гражданин этот был задержан, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Но толком он пояснить мотивы своих действий так и не смог в полиции. Он сказал, что его попутал черт. Вот это буквально его объяснение. А в ближайшее время будет по данному факту принято процессуальное решение, а гражданин будет привлечен, вероятно, к административной ответственности.